Всем привет, это я. Я пока не создала YouTube. Ну, если вы сейчас это смотрите, то я создала YouTube. Но пока что я не буду называться, потому что я не знаю, как я назовусь. Сегодня будет как бы необычный вызов принять. Сначала я отвечу на вопрос. Ну, через каждый вопрос будет. Ну, я отвечаю на вопрос. И идет коалиция, не знаю. И вот так тут через вызов принят, кажется. И сначала вопрос. Светлана Захарова, почему ты решила создать канал? Ну, я смотрела каналы всякие, там, Янлангая, и мне как-то желание такое захотелось создать канал, чтобы радовать тоже видео, баловаться на него, рисковать жизнью, чтобы вам посмеяться и вызывать там всяких духов. Вот прям я люблю это. Только на камеру. Окей, делаем визитринат. Это самый легкий сейчас будет. Попучение легкие и сложные. Это лапша маленьких и больших групп. Можно даже как хот-дог. Немножко побольше было бы. А, нет. Смотрите. Эй, хот-дог. Снег, скай. Беспощадно. Сначала я говорю большую, а потом маленькую. А, тебе пальчик не откусила. Не, уж я не люблю с вами. Они эльфийские. От папы. Вторая. Хотя бы три съем. И последний. Большая. Простите. Не удержалась. Второй вопрос. Человек слон. Сейчас, подождите. Ксения Матюкова, какие еще видео ты будешь снимать? Я буду снимать другие вызов принят, буду различные челленджи, my tour, room tour, да, room tour, как бы это вызов духов, блоги, поездки куда-нибудь, это блоги, вот. Вот такие вот видео с музычей, там всякие. Я не поленюсь сделать это. Так, и следующее, это корица. Не поленюсь сказать вам все, я уже пробовала корицу, и просто я прям вообще чуть-чуть. Ну, где-то вот столько. Да, это вообще мало, но...
Вы видели, как я мучилась после пылочки. Вся я выпадала. Настя Осипова, какие у тебя оценки? Ну, я иногда получаю тройки, вообще редко двойки, а так я получаю четверки и пятерки. Люблю получать пятерки. Ну, вообще я грубо наравне четверки и пятерки получаю. 1%, ну даже половина 1% двойки и 1%, ну 1.5. Да, бывает. И сейчас мама. Ранетка, это очень кислая ранетка. Это сорт кислых, очень кислых. Очень. Кислятина-то вредит. Кислятина не вредна. Все. Следующий. Сейчас, подождите. Лиза Конникова. Кем бы ты хотела стать? Я бы хотела певицей стать. У меня вообще очень много профессий, которые я могу серьезно. Вот прям серьезно. Первая профессия – певица. Вторая профессия – это полицейский, потому что я на тир хожу. А третья профессия – забыла. А я актрисой могу быть? Ну, то есть в театре работать, потому что я очень люблю в сценках сниматься. У меня почти хорошая память. Ты издеваешься. Кажется, все. Все. Теперь я буду самая легкая, вот почти самая легкая. Масло, чтобы попа не погасла. Алтай. Я в большой ложечке буду его, потому что она жирная и вот это очень рискованно. Ну, не увидите. Раз. Даже боюсь. Нет, судьба видео. Нет. Все. Ой, я что-то пробила. Да?
Ну ладно, давайте. Нормально. Нормально прошло. Сейчас, подождите, прям последний, наверное, совсем последний. Так, следующий вопрос. Нравится тебе... Сейчас большое сообщение. Нравится ли... Меня отвлекает. Человек меня отвлекает. Вообще человек. Нравится ли тебе учиться в твоей школе? Ну, мне нравилось. Ну, и сейчас нравится. Нравилось, потому что моя очень любимая учительница музыки уехала в страну другую. А сейчас нравится, потому что я выступаю в этой школе. У меня много связей. У меня есть связь с директором, с заучем, с учителем театралки, с учителем седьмых сейчас классов. У меня есть связь с... Сейчас мне получается тоже с седьмым классом. Вот. Я в шестом. Вот. С кем бы ты хотела сидеть за партой? Я бы хотела сидеть или с моим другом, которым я сейчас переписываюсь. Я не буду говорить сильно. Или с моими двумя подружками. Три человека, с кем бы я хотела сидеть. Женя или... как зовут твою...